Баркас – флагманский рыбный ресторан в Севастополе. Он расположен в самом центре, на набережной Артиллерийской бухты. Интерьер под стать названию – просто, добротно, камерно, как и положено в классической таверне. Я расположился на открытом воздухе с прекраснейшими видами. Прохладно, но терпимо, и такой вид. Баркас заточен под фанатов всевозможной черноморской живности, и она здесь в изобилии. Подают сегодняшний улов, и никак иначе. Такой принципиальный подход подкупает. Сначала мне принесли рапанов. В природе это такие красивые ракушки, а на столе изысканный деликатес. Плотные и нежные, одновременно это чудесное блюдо здешний хит. Затем подали целую гору черноморских рыбёх. Приготовленные на огне луфарь, ставрида, кефаль и барабулька были поглощены мною с нескрываемым удовольствием. Вердикт. Рыбные блюда в ресторане «Баркас», город-герой Севастополь, это настоящая мировая еда.